Привет, друзья! Снова с вами я, Парвин Гейдаров. В этот раз хочу рассказать вам о себе. Кто я? Но, пожалуйста, не принимайте это как акт высокомерия. Нет, это просто для информации, для другов, для подписчиков. Я, Парвин Гейдаров, родился 24 ноября в 1985 году в столице Азербайджана, Баку, тогда был Советский Союз. Я по национальности талыш. Я верующий человек. По вероисповеданию я мусульманин. Я по профессию экономист. Работаю по профессию. Еще у меня есть хобби. Мое хобби – это спорт и творчество. Я писатель, пишу рассказы, статьи, стихи, романы. У меня почти 100 тысяч читателей. Пишу, публикую свои статьи, рассказы, романы в сайтах, в разных сайтах. Я знаю азербайджанский, туркский, русский, талышский, английский языки. Вот так. Пока.